Всем привет! Вы на YouTube-канале Bulunmaz, а мы с Владимиром. Он наш менеджер в Bulunmaz Россия. И сегодня мы представим вам наши ручные токарные станки. Добрый день! Вы можете использовать наши токарные станки для большого количества различных операций, среди которых это придание к кольцу различного профиля, от прямого до классического полукруглого, нанесение различного декора, нанесение алмазной грани, различных каналов и проточек, а также для подвески фасок. У нас для этих целей существует два станка. Один для внутренней обработки колец, второй для наружной. Токарный станок для ювелирных изделий Bulunmaz – это простой и недорогой станок, который вы можете использовать для многих различных операций с обручальными кольцами. Наиболее распространенным применением является придание профиля. Вы можете придать поверхности плоскую форму, а также форму любого радиуса, который вы хотите, или форму с углами. Вы можете легко отрегулировать положение рельца относительно кольца и настроить большой или малый радиус в зависимости от вашей необходимости. Это простая операция, которая становится интуитивно понятной даже начинающему оператору. Когда вы получите станок, вы можете связаться с нами для получения помощи касательно любых вопросов, которые у вас могут появиться при использовании данного станка. После придания формы кольцу, следующая важная операция является получение алмазной поверхности. Для этой цели отлично подойдет наш внешний токарный станок. В зависимости от формы кольца подбирается соответствующий алмазный резец, обрабатывая которым поверхность кольца, мы получаем алмазный блеск на его поверхности. Не забывайте, что для этого процесса мы используем настоящие алмазные инструменты, и блеск, который вы получите, будет намного больше, чем при ручной полировке. Следующая важная и комплексная операция, которую вы можете выполнить в нашем токарном станке, это декорирование ваших колец, комбинирование различных инструментов. Это самый интересный процесс, который вы можете выполнить. Вы можете использовать наши алмазные инструменты различных форм, выпуклые, вогнутые, многопрофильные, плоские и каких-либо иных причудливых форм, комбинировать их вместе и создавать свои модели. Все зависит от вашего воображения, и вы сможете создавать бесконечные дизайны, комбинируя различные наши резцы. Если ваше кольцо шире, чем вам необходимо, также его можно легко уменьшить на нашем станке. Торцование занимает считанные секунды. Обычно для этого процесса мы используем инструменты PCD или твердосплавные резцы. Не забывайте использовать немного масла или керосина, или иную сожь, когда вы работаете на станке, чтобы добиться максимальной гладкости резка и блеска. Вы можете использовать наш ювелирный токарный станок также для работы с жесткими браслетами. Для этого вам просто нужно использовать другую цангу, большего размера. Вы также можете заказать у нас цанги для браслетов по форме и диаметру, соответствующим именно вашим моделям. А теперь давайте посмотрим наш внутренний токарный станок. Как вы уже знаете, с помощью нашего внешнего токарного станка вы можете сделать большое количество операций. Внутренний токарный станок имеет более узкое применение. Основная операция, которую вы можете выполнить на этом станке, это обработка внутренней поверхности кольца. То есть это посадка комфорт и придание алмазного блеска. Вы можете выставить резец для получения разного внутреннего радиуса кольца или сделать внутреннюю поверхность плоской, с закругленными фасками. Все, что вам необходимо, это найти правильное положение резца относительно центра ширины кольца, а затем верно выставить его по высоте. Вы можете посмотреть наш канал YouTube, чтобы узнать больше об этом процессе, или получить онлайн-тренинг по видео, как правильно подготовить к работе ваш внутренний токарный станок. Как вы знаете, посадка комфорт очень популярна на нашем рынке, и вы с легкостью можете ее добиться на нашем станке. Более того, при необходимости вы сможете сделать кольцо полностью круглой формы, комбинируя наружные и внутренние токарные станки. Вам нужно будет изготовить кольца комфорт в 3 этапа. Для работы с внутренним токарным станком мы используем наши алмазные резцы и резцы PCD. Для того, чтобы посмотреть наши станки в деле или провести тесты на ваших кольцах, вы всегда можете посетить наши офисы в городе Костроме или Санкт-Петербурге, а также увидеть нас на всех международных выставках. Чтобы посмотреть все наши новинки, вы всегда можете посетить наш сайт, а также написать нам по адресу bulunmaz.com.ru. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал Bulunmaz. Мы будем снимать больше видеороликов на русском языке и о других наших продуктах. Спасибо большое за уделенное время и увидимся на наших следующих видео. Спасибо большое.